Благодарственные письма за отличную работу. Оперативное совещание в Управлении Федеральной службы судебных приставов началось с награждения. Особо отметили сотрудников, которые показали лучшие результаты в борьбе со злостными неплательщиками. С должниками приставы работают постоянно. Арестовывают имущество, вручают требования с конкретными сроками оплаты долга. Конечно, действия эффективны. У нас очень много исполнительных производств, которые мы оканчиваем фактическим исполнением, потому что должники все-таки бывают лояльными и действительно исполняют все наши требования. Благодаря совместной работе СКС и службы судебных приставов по состоянию на конец мая физические лица, задолжавшие за холодную воду и канализацию, оплатили порядка 650 исполнительных листов на сумму почти 2,5 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась в полтора раза. Нужно объединять усилия, делать все, чтобы Самара была территорией без долгов. То, что делают для нашего предприятия эти люди, для нас весомо и значимо. Поэтому мы каждую неделю чувствуем плоды их труда. Общий долг за услуги водоснабжения и водоотведения у жителей перед СКС превысил 1 миллиард рублей. Чтобы снизить эту цифру, в самарских коммунальных системах каждый четверг проходит заседание комитета по дебиторской задолженности, на которое может прийти любой должник, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. Горожанам идут навстречу и предоставляют рассрочку. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин, «События».